Правительство Мальты предпринимает шаги, связанные с регулированием криптовалют. Управление финансовой службы Средиземноморской островной страны Мальты опубликовало правила, в соответствии с которыми планируется определять особенности деятельности тех, кто хочет заниматься криптобизнесом. В заявлении регулятора говорится, что основные положения рассматриваемых правил нацелены на защиту как интересов инвесторов, так и стабильности финансового рынка Мальты с учетом развития криптовалют. В последнее время подобные документы были опубликованы еще в нескольких странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Китай и другие.